Делегация из Таджикистана ознакомилась с историей Шымкента, побывав в историко-культурном комплексе Шымкала. На экскурсии гостям были представлены памятники истории и культуры, национальные изделия и роботы работы ремесленников. Гиды-экскурсоводы рассказали о археологических раскопках на древнем городище. Старый город – уникальное колоритное место, где можно увидеть саманные дома, в которых проживают семьи в пятом-седьмом поколении. Улицы старого города повторяют очертания улиц прошлых веков. Однако к настоящему времени сохранилось лишь два архитектурных объекта XIX века – мечеть Кошкарата и дом уездного начальника. Подобные мероприятия способствуют развитию туризма в нашем Шымкенте и укреплению сотрудничества между двумя братскими народами. Они будут продолжены и в дальнейшем. Как археологический объект, городище Шымкент представляет собой подлинник. Создатели комплекса постарались воплотить исторический дизайн и архитектуру цитадели. Сохранились оригинальная планировка различных построек, фортификационная система, которая была одним из необходимых условий для развития и поддержания торговых отношений. Также были исследованы южные и западные оборонительные стены. Гостям из Таджикистана были представлены ценные экспонаты. Они, в свою очередь, выразили восхищение и благодарность. Город очень хороший. Город просто потрясающий. Жители в нем тоже гостеприимные и трудолюбивые. Очень приятно видеть, как они нас уважают и встречают со всеми почестями. Уверен, что наш визит еще больше укрепит все связи между государствами. Это место является единственным в Казахстане городским образованием, сохранившим свое историческое ядро. Городище с цитаделью в центре современной городской застройки. Именно отсюда и начиналась история Шымкента. Ружан Жиренбаев, Алмаз Данабекулы, новости.